Две вещи бесконечны – Вселенная и человеческая глупость. И я не уверен насчет Вселенной. Если вы хотите, чтобы ваши дети были умными, читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы они были умнее, читайте им больше сказок. Если вы не можете объяснить что-то шестилетнему ребенку, вы сами этого не понимаете. Когда вы ухаживаете за красивой девушкой, час кажется секундой. Когда вы сидите на раскаленной печи, секунда кажется часом. В этом заключается относительность. Спокойная и скромная жизнь принесет больше счастья, чем погони за успехом и постоянное беспокойство, которое ее сопровождает. Есть только два способа прожить свою жизнь. Один, как будто ничто не является чудом. Второй, как будто все является чудом. Логика доставит вас от А до Я, воображение доставит вас куда угодно. Жизнь похожа на езду на велосипеде. Чтобы сохранить равновесие, нужно продолжать двигаться. Тот, кто никогда не ошибался, никогда не пробовал чего-то нового. Я разговариваю со всеми одинаково, будь то мусорщик или президент университета. Никогда не запоминайте то, что можете найти в книге. Умный человек решает проблемы, мудрый человек их избегает. Наука без религии хрома, а религия без науки слепа. Реальность – это всего лишь иллюзия, хотя и очень устойчивая. Любой дурак может знать. Дело в том, чтобы понять. У меня нет особых талантов. Я только страстно любопытен. Постарайтесь не стать успешным человеком. Лучше станьте ценным человеком. Совет старика молодежи. Никогда не теряйте святой любознательности. Мир, каким мы его создали, это процесс нашего мышления. Его нельзя изменить без изменения нашего мышления. Самое прекрасное, что мы можем испытать, это ощущение тайны. Это фундаментальная эмоция, которая стоит у колыбели истинного искусства и истинной науки. Я не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая война, но Четвертая мировая война будет вестись палками и камнями. Вы никогда не ошибетесь, пока не перестанете пытаться. Великим личностям всегда противостоят посредственные умы. Нельзя обвинять гравитацию в том, что люди влюбляются. Мера интеллекта – это способность меняться. Дело не в том, что я такой умный, но я задерживаюсь над решением вопросов гораздо дольше. Творчество – это развлечение интеллекта. Мир – опасное место для жизни не из-за злых людей, а из-за людей, которые ничего с этим не делают. Если А – это успех в жизни, то А равно X плюс, Y плюс, Z. Работа – это X, Y – игра, а Z – умение держать язык за зубами. Все следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того. Когда ты спотыкаешься о любовь, встать легко, но когда влюбляешься, снова стоять невозможно. Тому, кто небрежно относится к истине в мелочах, нельзя доверять важные дела. То, что правильно, не всегда популярно, а то, что популярно, не всегда правильно. Мир невозможно сохранить силой, его можно достичь лишь пониманием. Вопрос, который иногда приводит меня в замешательство. Кто из нас сумасшедший, я или другие? Благоприятная возможность скрывается среди трудностей и проблем. Воображение – это все.
это предварительный просмотр грядущих достопримечательностей жизни. Время – иллюзия. Слепая вера в авторитет – величайший враг истины. Все мы знаем, что свет движется быстрее звука. Вот почему некоторые люди кажутся яркими, пока вы не услышите их голос. Где есть воля, там есть и способ. Настоящий признак интеллекта – не знание, а воображение. Я должен быть готов отказаться от того, кем являюсь, чтобы стать тем, кем буду. Если вы хотите жить счастливой жизнью, привяжите ее к цели, а не к людям или вещам. Главное – не прекращать расспрашивать. У любопытства есть своя причина для существования. Чтобы решить проблему, нужно изменить ход мыслей, который привел к ней. Ничего не происходит, пока что-то не сдвинется. Любовь – лучший учитель, чем чувство долга. Как только мы признаем наши ограничения, мы выходим за них. Я лучше буду заблуждающимся оптимистом, чем правым пессимистом.